Меня зовут Мария. Я стоматолог, город Пермь. Предложение о визите на ваше мероприятие поступило от мужа. Мы планируем открывать свое дело. И, в общем-то, муж заинтересовался, буквально влюбился в вас и затащил меня к вам. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Да на все, на самом деле, потому что я вообще первый раз подобного формата конференции, и у меня каждое выступление это какое-то... Вау. Да, открытие, на самом деле, очень много. Вообще меня впечатляет ваша атмосфера. Вы все молодые, все энергичные, такие какие-то креативные. Очень здорово находиться в таком коллективе. И больше всего, конечно, понравились вопросы, связанные все-таки. Выступал главный врач, и у него было очень эмоциональное выступление. Он со своей стороны, это мне было близко, в общем-то, рассказал, почему он с вами сотрудничает. Это такой мощный для меня, в общем-то, фактор, почему я могу тоже с вами сотрудничать. Не было ожиданий, то есть это я просто люблю путешествовать вместе с мужем, поэтому мне все пока нравится. Подругам, коллегам, в общем-то, ребятам, которые планируют, да, тоже какое-то... Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее. То есть развитие в этой области.